Ребята, хочу показать еще раз подъезд, как получилось. Да хоть полы вымылись. Это все крашено, спрашивают, когда перила будет красить. Это уже все крашено. Перила, плинтуса, стены. Вот так выглядит. Ну, по крайней мере, мне нравится. Еще на днях поменяют окна. Эти старые, они были вообще черные от грязи. Поменяются, будут большие светлые окна. И будет хорошо, ребята. Вот. Чем плохо? Нифига себе. Вот. Все покрашено. Думал ящики поменять, ну да. Выморочить. Смотрите, вот тут как хорошо. Так хоть помылась. Это все, кстати, Таня мыла. Зеркало, все на свете. Ой, я взял вот это, одел вот эту шапку, ребята. Ой, что я за убоище какое-то. Где еду проведать кота. Ой, ни шапки не идут, а холодно, я ж не могу ходить без шапки. Гляньте на меня, что я такой страшный. Такой ли мне шапку подари. Что ты за бред? Чикатило. С подворотни. Вызвал такси. Сегодня приезжали замерщики по камину. Там думают, как это, чтобы со светом соединить. И с тем, чтобы этот трансформатор слазил, и чтобы к нему доступ был, чтобы его стену замуровать. Ну, в общем, целая система с этим камином. Ну, что-то будут думать, что-то придумают. В общем, такое. Как я страшно выгляжу. Боже, хоть так бери и прячься нахер. Гляньте на меня. Вот, блядь, я похож на монашку, которая в монастыре. Монашка в монастыре вот так живут. Вот так монашки такие уродливые, как я. Знаете, как на свет Божий монашку, она, смотришь на нее, она, знаете, сирый и убогий, вот это сирый, вот это я как сирый. Ужасно, ужасно, мне ничего не идет. Правильно говорят, что я все, ношу, все, что мне купится, хоть дорогие вещи, хоть какие, я не умею. Алло. Да. Цитрус, который ближе к Артему. Да. Да, я выйду сюда, где вот парковка заканчивается, там посередине дома буду вдоль дороги стоять. Угу. Боже, страшно, мне стыдно, на меня все смотрят. Я еще побрился, как голая монашка. Голяком было не так стыдно, как вот это вот. Шапки, вот не знаю, что я, стыжусь ужасно. Ой, надо маску. Вот это, знаете, кстати... Люди научились смеяться глазами. Маски в шапке. Горлум. Горлум, чи як його звали. З такими ушами. Мальчик, я Гендальф. Отак раз. Я буду отак от. Вот это лучше, що тебе не узнають. Ти йдеш? Ніхто тебе не знає. Господи. Как прелесть, что эти маски. Честно, какой-то плюс есть. Люди научились смеяться глазами. Вот. И я, уже тебе не видно, что ты улыбаешься, ты начинаешь глазами улыбаться. Понимаете? Это тоже очень важно, уметь улыбаться глазами. То есть мы стали радоваться ярче и смеяться, чтобы люди понимали, что мы смеемся. Потому что когда мы общаемся в масках, и кто-то шутит, и мы даем глазами знак, что нам смешно. А раньше мы этого не делали. Деусенс синий, 0747. 0747, там мужик дивиться на мене на машині. Де воно є? Може, думає, може він думає, що я скорость заміряю. Ой, комедія. Стоїть. Гаїшник замаскирувався. Куди ти їдеш? Це ти кричиш, та що ти кричиш? Внимание хочу. Ой Боже, та скоро тебе заберуть, вилічать і заберуть. Ну, іди сюди. Іди сюди. А чого ти боїшся? Ты боишься? А? Чё ты боишься? Чё боишься, пацанчик? Чё боишься? Его можно взять на ручки.
А ушки чистили ему, да? Да. Угу. А на холку где? Капали, да. Зайчик. А когда нужно сделать антибиотик, вот, то есть взять тест после антибиотиков на вот эту кишечную инфекцию? Это нужно разговаривать с лечащим врачом. А, я понял. Я понял. Ой, зайчик. Тебя уже ждут в семью. Тебя уже ждут, зайчик. А ну давай, иди на ручки. Можно тебе взять, зайчик? Давай, иди сюда. Ой, такие ласковые. Ой, хороший, ага. Ой, какой. Да, привет. Красивый, зайчик. Ты красивый, да? Красавчик. Что так? И сразу мурчите, а? Красивый. Ты тут не обижают, не? Некуда. Чего его обижать? Он никто не обижает тебя, да? Ты крикливый, да? Мяу-мяу. Мяу-мяу без конца, да? Такой как-то он отошел, такой стал прям хорошенький. На ручках любишь сидеть. Ой, боже. Ой, боже. Ой, страшный. Гладенький. Да? Ну, какие красивые ребятки. Это точно один. Здравствуйте. Здравствуйте. Да? Ой, красивый. А мурчит, как транзистор. Так что пидешь клеточку. Ой, боже, ой, очистенький так. А скажите, если вот есть кот, который, вот у меня Томас, у него коронавирусная инфекция. Вот если, допустим, взять этого котенка, он заразит его, да? Конечно. Нужно сначала вакцинировать, прождать примерно первая вакцинация, потом ревакцинация. И спустя 2 недели только можно будет подпускать кота. И уже не заразит? И уже, да, будет действовать вакцинация, и уже выработать антитела, и он уже будет... А это не опасно делать такие прививки? Нет, конечно. Не будет такого, что сделали прививку, и кот наоборот заболел коронавирусом? Нет. Это если он уже болен коронавирусом. Но у него нету, да, у него брали? Или не брали? Там что-то... Это нужно обращаться к лечащему врачу. У вас это должно же быть в базе там. Да. Что ты кричишь? Что ты кричишь? А предплатить на газ, какая-то... Угу. А у него понос есть еще? Нет. Нет, да. Да, кушает очень. Так, а вы какой брали анализ? ПЦР у него? Это был экспресс-тест. Ага. То есть иммуноферментный анализ. Ага. Там, где вот 2 полосочки показывают. На лейкопении у него отрицательно, коронавирус отрицательно, а HRDOS положительно. Вот то, что у него сейчас антибиотик назначен и противопротозойные средства. Угу. Терапия против желатки. Ой, боже, божечки мои. Он активный, кушает хорошо, хочет внимания. А что-то у него такое, мне кажется, что... Или это что-то... Мне кажется, понос был у него или нет. То что-то вот на этой, на подстилке у него. Может и корм, он просто бывает активно бегает по клетке. Бывает... Да, вроде как пришел, вроде как не было этого. Да? Кошечка Миша, закройте, пожалуйста, аккаунт, если готова. Зайчик. Зайчик. Он когда хочет внимания, он становится на задние лапы и может и лапами в воду влезть, и в корм, поэтому... Я понял. Все может быть из-за этого. Зайчик. Что так?
Куда ты видишь? Побег хочешь устроить, а? Не-не-не. То есть это вакцинация от коронавируса, потом сколько ждать надо? 3 недели после прививочки. Повторная делается через 3 недельки. В это время у него должен быть карантин, он не контактирует с новыми животными, возможно, заболевшими, бывает в новых местах. После второй прививочки также 2 недели он под карантином, а потом уже может контактировать с другими котами, собаками, выходить там, может, на улицу, если поднимать. Ой, ты, ты бандит. Куда ты лезешь? А, бандюга? Куда ты лезешь? А, на свободу? Не-не-не. Нельзя. Ах, ты хитрый. Хитрый Тимофей. Зайчик. Опа, жми. Так, иди в клетку. Дуримар. Куда ты лезешь? Он хочет любви, глянь ты. Не хочешь, чтобы я уходил. Ой, зайчик. Все, мне надо идти. Ну, мне надо идти. Зайчик, ну нельзя тут сидеть долго. Ну, заюнчик. Да? Кудлатик, кудлатик. Да? Все, буду идти. Оставайся. Да, красивый. Все. Побег устрой давай. Ой, боже мой. Боже мой, страшный, боже мой. Все, я буду идти. Нет. Надо идти. Веревкой хочешь выйти из меня, да? А нас все еще работы сегодня не было, сегодня. А ну, сюда. Вам это не собачка. Опа. Все. Опа. Закрыли тебя. Ну что ты чудишь? Мне надо идти. Что такое? Что такое? Он хочет внимания, чтобы не бросали его. Ну скоро тебя пролечат и придешь в семью. Там есть 3 кота, кошка. Будешь там жить, в центре Днепра, в Сталинке будешь жить. Да, да. Я пойду подивлюсь там, как котики живут. И тебе туда отдам, да, зайчика? Ты будешь днепрянин. Да. Будешь за Филатова голосовать. Вырастешь, да? Пока. Помнишь, как ты до меня не хотел идти? Теперь лащишься. Да. Ой, страшный, боже. Страшный, дай лапу. Дай лапу. Ой, зайчик, я тебя забрал бы сразу. Ну, нельзя. Да? У вас голова не болит от него? Ну, мы подходим и разговариваем, ну а куда же деваться? И бывает накрываем, чтобы немножечко уют создать, полотенечко нам накроем, чтобы было потемнее. Нет, все равно. Ребенок. Ой, ужас, да? Ну как тебя бросить, а? Ну ты такой хитрый, а? Чего ты такой хитрый?
Ну. Зайчик. Зайчик. Ой, красиво. Кот мой, что ты повторно пьешь, я пришел. Я буду идти, зайчик. Угу. Ох, який ти шепотний, а? Правда, жінка казала, що ти такий будеш до 3 год. Хитрий. Ага. Все.